кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Но проигравшему, как говорится, уготовлено забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Вот этот никогда не боялся опеки. Теперь понимаете, почему? Ляшвер. Хороший пас вперед. Оборона играет очень слаженно. Бейе. Она. Так, замечательно. Еще одна эффектная подача. Вот он сильно вывел мяч в поле. Бейе. Тайво. Рибери. Защитники берут числом. Бейе. Тайво. Рибери. Лемуши. Бейе. Сезар. Тайво. Лемуши. Он играл слишком открыто и самонадеянно. Длинная передача вперед. Бейе. Сезар. Она. Лемуши. Куда угодно нужно было вынести этот мяч. Лямуши. Промах, но удача была близка. Сезар. Лямуши. Пажис. Она. Остался только вратарь. Да, 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 это гол! Вот целеустремленный футболист. Есть перед ним ворота и прорвется во что бы то ни стало. Если даже нужно разогнаться до космической скорости. Да это просто невероятно, какая скорость. Наверное, сейчас будет гол. У них все козыри на руках. Самое сложное сейчас точно рассчитать подачу. Вратарь отбил мяч. Мяч в игре. Вот про такие удары говорят. Ни в какие ворота не лезет. Ну, представьте себе ворота такие, чтобы такой удар влез. Мяч в воздухе. Очень хорошо. Бейе. Лемуши. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Мяч потерян. Насри. Лемуши. Она. Классный пас. Классный навес. Насри. Пажис. Мяч в воротах. Ну что ж, первый тайм сыгран. И одна из команд впереди на два мяча. Матч становится каким-то односторонним. Этот гол делает преимущество команды уверенным. 2-0 счет.
Ляшвер. Да, у атакующего есть масса вариантов. Замечательно сыграл. Тайво. Бейе. Что они предпримут теперь? Рибери. Какой шанс изменить счет? Мяч уходит от ворот. Какая возможность? Мяч в руках голкипера. Для Муши. Рибери. Бейе. Насри. Будут вводить мяч из-за боковой. Славно. Кажется, они решили взять ворота числом. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. И что говорит арбитр? Да, это угловой. И он выбивает мяч головой. Рибери. Давай, не зевай! Вратарь отразил удар. Отбил, молодец, славно. Сейчас только не ослаблять концентрацию, будет угловой. Он блокирует этот удар. Нападение в ударе сегодня. Слушайте, как стадион ревет от восторга! Игрок наконец-то добился своего. Я уж думал, он так и не впадет по воротам. Сезар. Бейе. Да, удачный пас. Она. Рибери. Сисе. Не дал защитнику ни шанса. Без цели, без скорости, без риска защитник убивает мяч из штрафной площадки. Насри. Она. Вы посмотрите, как он играет. Ляшвер. Продолжается атака. Она. Сисе. Защитник выручает. Насри. Какой отбор мяча. И как он постоянно находит свободных игроков. Очередной удачный пас. Мяч может оказаться в воротах. Насри. Спешить сейчас совершенно некуда. Игроки перестраиваются для вбрасывания. Для Муши. Она. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Играть. Классный пас. Сейчас главное быстро принять решение. Какой шанс? Муши! Защитник оборвал очень опасную атаку. Муши. Искусный пас. Насри. Пажис! Нужно собраться.
Чуть ниже, и это был бы гол. Да, непросто это было. Очень непросто. Вы только посмотрите, сколько игроков мешало ему пробить. Нужно бить быстро и точно. Но у него не получилось. Ну, теперь последний нам играть надо. Очень важный момент. Вратарь выбивает мяч. Оборона контролирует мяч. Отличная позиция для навеса. Атака развивается поступательно, но важно быстро принять гол. Счет во втором тайме. Выдающаяся интрига. Никто не хочет сдаваться. Разыграно как по нотам. Вертикальный пас вперед. Тайво. Приходится ненадолго уйти в оборону. Если быстро ввести мяч в игру, можно продолжить атаку. Ляшвер. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч? Это реальный шанс изменить счет. Удар оказался удачлив. О, вцепился в мяч, как будто он клеем намазан. Хороший перевод мяча в итальянском стиле. Хорошая передача на половину соперников. Защитник получает мяч рядом со штрафной. Рибери. Муши. Бейе. Насри. Мяч у защитника. Играет в отборе. Напористо. Для Муши. Мяч уверенно взят вратарем. Вертикальный пас вперед голкипера. Нужно поломать голову, чтобы скрыть такую защиту. Она. Рибери. Сесе. Тайво. Кана. Нравится ему издеваться над защитниками. Самоотверженно играет защитник. Бейе. Пас, класс. Фланговый проход. Насри. Нужно побороться за верховой мяч. Сесе. Хорошо играет рука. Для Муши. Правильно, надо брать на себя игру. На мгновение всем показалось, что мяч лечит. Тайво. Удачный пас в глубину поля. Ворота спасли. Защитники пошли в штрафную. Славный удар головой. Муши. Кана. Сесе. Блистательный гол.
команд. Даже в добавленное время игроки не сбавляют обороты. Игра идет до последней капли крови. Такое вот выражение. Молодцы! На его счету уже 2 гола в этом матче. Ау! Защитнички! Ух, как перехватом рисковал, а? Она. Мяч все еще у них. Нужно бить! Шанс забить гол. Бее. А вот и пас. Отлично.